Дорогие мои подписчики, всем большой привет! Сегодня вас ждет мастер-класс, в котором вы меня просили. Мы будем вязать вот эту сказочно красивую салфетку, либо это может быть панно, которую вы можете оформить в круг. И это изделие будет вас радовать, по-настоящему создавать новогоднее зимнее настроение. Совушки — это прелесть. Салфеточка сложная. Сложное это произведение, как бы оно не сопровождалась подробной схемой, которая, кстати, находится на моем телеграм-канале в прикрепленных сообщениях, чтобы вы не листали, так как на моем телеграм-канале Натали Мастерс море схем, описаний, идей, вы можете там заблудиться, поэтому я специально прикреплю схему. Она подробная, все на ней понятно, все четко, но я могу порекомендовать эту прелесть вязать уже опытным вязательством крючком. Эта штучка точно не для начинающих, вы просто запутаетесь, я вам гарантирую. Если же вы давно вяжете крючком и у вас есть опыт, то смело беритесь, а мы с вами очень подробно разберем каждый аспект, каждый ряд этой чудесной модели, просто необыкновенной. Мне очень нравится, самой захотелось связать. Смотрите, я советовала бы вам, эта салфеточка особенно будет хорошо смотреться, если связать ее из какой-то более рустикальной, слегка брутальной пряжи, например, лен, либо пряжи, которая включает в себя лен, либо высококачественный хлопок. Отнеситесь с особым вниманием к выбору пряжи для этой модели. Она подчеркнет красоту, придаст текстуру изделию. То, что я вам рекомендую, 100% лен или пряжа, содержащая лен, которую вы, конечно же, сможете купить в нашем магазине. Все ссылочки я оставлю под видео. И приглашаю вас, потому что недавно состоялись грандиозные поставки бобинной пряжи. Новинок очень много. Проходите, наслаждайтесь. А мы начинаем. Начнем в этой модели, так как первый ряд самый сложный. Не с нескольких воздушных петель, а начнем вот с такого приема. Вы все, наверное, знаете о нем. Волшебная петелька. Просто наматываете на указательный пальчик, снизу крючком поддеваете вот так петельку, провязываем, и первые петли подъема составляют 3 воздушные петли подъема. Провязываем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и далее уже будем вязать в саму петельку. Для начала нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом в колечко. 1, 2 и 3. Теперь подтянем кольцо и будем делать всяческие кульбиты и развороты. Посмотрите, у нас есть столбик подъема, есть 3 колечка. И теперь мы делаем накид. Один столбик от себя пропускаем. Нас интересует второй столбик. И ко второму столбику мы вот так рельефно снизу под него поддеваем крючок и провязываем рельефный столбик с одним накидом. Готово. Теперь мы делаем 2 накида. И в следующий столбик тоже как бы снизу провязываем с обратной стороны, с нижней, столбик с 2 накидами. Половинку носика мы связали. Теперь вяжем снова в наш круг 3 столбика с одним накидом. 1. Я провязала 2 столбика. 3 и 4. 1, 2, 3, 4. Пятый столбик. Делаем накид. И опять возвращаемся назад вот таким образом, пропустив один столбик, провязываем лицевой рельефный с одним накидом, делаем 2 накида, и в следующий столбик провязываем лицевой рельефный с 2 накидами.
Все, что теперь нам остается, это соединиться в столбик подъема, воздушную третью петельку соединительным столбиком. Все, вот готов наш прекрасный носик. Внизу у нас обычный столбик, и тут вот такие два длинных по центру и по бокам два рельефных покороче. Второй ряд, 3 петли подъема. В рельефный столбик следующий мы вяжем рельефный лицевой с одним накидом. В следующий рельефный лицевой с одним накидом. Три воздушные петли. Теперь провязываем вот так столбик с одним накидом в обычный столбик. Три воздушные петли. Раз, два, три. И с нижней стороны опять мы подходим к этим столбикам, провязываем рельефные с одним накидом. Раз и два. Теперь нас интересует центральный столбик, обычный. В него мы провяжем 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, четыре. Это начало носика. Теперь симметрично заканчиваем ряд. Провязываем рельефные ряды. Раз. Столбики. То есть два. Два рельефных столбика. Три воздушные петли. В обычный столбик провяжем столбик с одним накидом. Тоже обычный. Три воздушные петли. И два рельефных столбика. Опять с другой стороны под наши рельефные столбики. Аккуратненько их находим. И очень аккуратно провязываем. Раз, два. Воздушная петелька. И присоединяемся во вторую петельку подъема, не в третью. Вот такой замысловатый ряд. Второй. Ну, картина потихонечку начинает прорисовываться. Третий рядок. Две воздушные петли подъема. Делаем накид. И нам необходимо сделать аккуратный кончик носика, поэтому мы вот сюда под петли подъема рельефно заводим крючок и провязываем лицевой рельефный столбик. Одна воздушная петля. Далее в третьем ряду вяжем рельефный под рельефный. Далее будем делать прибавку. Один столбик провязываем рельефный, сверху второй. Внимательно следите, когда сверху, когда снизу. Здесь сверху прибавка идет, наклон влево. Две воздушные петли. Делаем накид и провяжем. Начинаем глазик формировать. Два полустолбика в третью петлю первой арки. Один полустолбик, и второй полустолбик. Теперь вяжем столбик без накида в столбик и в первую петлю провяжем один полустолбик. Второй. Так, две воздушные петли.
Да, и здесь тоже 2. В этом ряду у нас по 2 в глазках воздушных петли. Теперь переходим к щеке. Вот эти 2 столбика – это начало нижней части глаза, то есть щечка. Провязываем прибавку. 1 столбик рельефный. 2 вот так за него, чтобы он рельеф создавал уже с другой стороны вокруг глазика. Другой под ним. Прибавка. Следующий столбик, столбик рельефный. Так, столбик, столбик. 2 воздушные петли. Носик провяжем так. Не до конца вяжем, только накид рельефный. 1 из 1 столбика. Из 2. Теперь 3 петли вместе. Вторая часть носика рельефно, только 1 накид из 1 столбика, из 2. Все петли вместе. 2 воздушные петли. И симметрично, но нам очень важно, какие столбики в прибавках сверху, какие внизу, мы продолжаем заканчивать симметрично этот ряд. Итак, далее у нас просто рельефный столбик. Теперь столбик с прибавкой 1, 2 сверху такой же. 2 воздушные петли. Глаз, вы помните, мы с вами вяжем в 3-ю петлю арки воздушную. 2 полустолбика, 1, 2. Вообще нужно вязать эту салфеточку очень туго. Столбик без накидов, столбик с одним накидом. Следующую воздушную петлю, первую из 3, 2 полустолбика, 2 воздушные петли. Теперь бровка. Здесь прибавка. 1 столбик, а 2 под него. 3 рельефных столбик. Обычный. Воздушная петля. И продолжаем формировать носик. Провяжем вот здесь. Вот так. Еще рельефно. Опять под это же место. Так, сформируем красивый витой носик. Столбик вот так провязываем. И, наконец, присоединяемся в последнюю петлю подъема. Это у нас мысик, носик лба. Это пошли бровки. Тут щечки и клювик. А нос вот был. Так. Это нам необходимо понимать. Мордашку для того, чтобы знать, как она формируется. 4-й ряд. 2 воздушные петли. Прибавка. 1 рельефный столбик, 2 сверху. 2 сверху. Воздушная петля. 2 рельефных столбика. 1 и 2. Прибавка. 1 столбик. 2 сверху.
2 воздушные петли, провяжем между двумя полустолбиками еще 2, 1 и 2, 5 воздушных петель, это зрачок, накид между следующей парой полустолбиков 2 полустолбика, 1 и 2. Я напоминаю, что кто хочет помедленнее, вы можете менять скорость воспроизведения YouTube. Вот здесь, в правом верхнем углу, где белые точки, нажимаете. Многие не знают. Так, 2 воздушные петли. Переходим к щеке. Здесь у нас прибавка идет в начале. Один столбик, другой вот так за ним. За ним. А следующие 2 столбика мы убавляем. Они рельефные лицевые, не до конца провязываем. 1 накид, 2 и все 3 петли вместе. Это была у нас щечка. Начинаем перышки вязать. Грудка. 2 воздушные петли. Под арку провязываем столбик без накида и пико. 3 воздушные петли. Пико. Столбик без накида. 2. 2 воздушные петли. Заканчиваем клювик. Провязываем только лишь рельефный накид из первого из 4 столбиков. Дальше делаем 3 накида. Идем во второй ряд. Под второй столбик второго ряда здесь из 4. Мы вот так вводим крючок рельефно. Так, сейчас у меня лен, чтобы не расслаивался. Внимательно. Рельефно провязываем. Тоже не до конца, только лишь 3 накида. 1, 2, 3. И во второй тоже 3 накида, чтобы нос был объемный. Итак, провяжем. 1, 2, 3. У нас уже 4 петли на крючке и заканчиваем просто в предыдущий ряд с одним накидом рельефный накид. 5 петель на крючке, провяжем их вместе. Все, клювик, сова улетела. Дополнительно вот так закрепляем петелькой, очень туго, и симметрично заканчиваем ряд. 2 воздушные петли. Под арку столбик без накида пико. 1, 2, 3 петли. Столбик без накида. 2 воздушные петли. Крылышко. Начинаем мы с убавки. 1 накид рельефный, 2 убавили, а далее прибавка ближе к глазику. Один рельефный и сверху 2. Теперь здесь зрачок нужно провязать. 2 воздушные петли. Вяжем снова 2 столбика между 2 полустолбики, это 1 и 2, 5 петель воздушных и снова между 2 полустолбиками еще 2.
Раз, два, две воздушные петельки. Так, переходим к бровям. Что у нас здесь с бровями? У нас прибавка сначала идет. Столбик, второй столбик за ним. И два рельефных. Раз. Одна воздушная петля. Лобик. В первый рельефный столбик делаем прибавку. Столбик. Второй столбик за ним. Рельефный столбик по центру провязываем и соединительный столбик. Четвертый ряд закончен, все проверяем, куда у нас что да как, все хорошо. Пятый ряд, две воздушные петли подъема, следующий столбик, вот их два, до конца лба мы провязываем простой рельефный, следующий прибавка. Столбик, второй сверху, это был лоб, две воздушные петли, далее три рельефных столбика мы вяжем как обычно, просто столбик в столбик, раз, два, три. Последняя в бровке у нас прибавка, столбик, второй столбик на нем сверху. Глаз, две воздушные петли, провязываем полустолбик между полустолбиками, первыми двумя, под зрачок, под арку мы вяжем 3 столбика без накида, полустолбик между двумя полустолбиками, 2 воздушные петли. Так, щечка. Щечка начинается с прибавки. Столбик, второй за ним, и следующие два это убавка, убавляем. Два столбика, провязывая только лишь накиды из них. Убавка. Перышки. Перышки в этом ряду такие. Две воздушные петельки. Следующая арка. Вяжем столбик один. Тут вокруг пико один столбик будет без накида. Само пико. И сюда же столбик без накида. 3 воздушные петли. Под следующую арочку из 2 петель вокруг клюва мы провяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Это арка. Ой, не арка. Пико. Столбик без накида. По центру. Под низом клюва у нас 3 воздушные петли и симметрично заканчиваем ряд. Пико в окружении столбиков.
3 воздушные петли. И второй пику. Всего у нас здесь 4 пикошечки. Две воздушные петли. Так, с перьями разобрались. Симметрично закончим ряд. Начинаем мы с убавки. Под убавку и под второй столбик провяжем накиды. Вместе 3 петли убавили. И прибавка. Столбик второй сверху. Глаз 2 воздушные петли. Полустолбик между двумя 1. 3 столбика без накида под арку. Полустолбик между двумя 1. 2 воздушные петли. Начинаем бровку с прибавки. Столбик второй за ним. Далее 3 столбика обычных рельефных. 1, 2, 3. Две воздушные петли. Часть лобика. Начинаем с прибавки. Столбик второй за ним. И далее у нас 2 лицевых рельефных столбика. 1 и 2. Соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема. То есть во второй у нас 2 воздушные петли подъема было в предыдущем ряду. Ряд закончен. 6-й ряд. Давайте провяжем 2 воздушные петельки подъема. Следующий столбик провязываем обычный рельефный. 1 и 2. Это лоб. Прибавка. Первый столбик, второй сверху. В этом ряду мы заканчиваем глазик. Между прочим, идем к бровке. 3 воздушные петли. Бровка начинается у нас с убавки. 2 столбика мы рельефно провязываем вместе. Далее 2 обычных столбика. С этой совой спешить никуда нельзя. Требует предельной внимательности. Заканчиваем прибавкой бровь. Столбик. Второй сверху. Вяжись, не хочет сверху. Ну, ничего, мы заставим. У нас терпения очень много. Второй сверху. Это была бровь. Теперь мы сразу делаем накид. И в первую петельку из 3, вот они у нас 1, 2, 3, мы провязываем 3 столбиков без накида столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли, столбик с 1 накидом в центральный столбик, 2 воздушные петли, столбик с 1 накидом в 3-ю воздушную, столбик без накида. Так, вот, разошелся глаз.
во все стороны. И сразу переходим к щеке. Щечка у нас так будет смотреться. Начинаем с прибавки, столбик с одним накидом рельефный. Второй за ним. Дальше очень интересно. Следующие два столбика мы убавляем рельефно. Второй — это убавка сама по себе, внимательно. Так, убавляем. После чего мы в эту убавку сзади провязываем два обычных столбика с одним накидом. Потому что у нас начинает отсюда расти крылышко. Вот почему мы это делаем. Просто квест, а не вязание. Так, теперь часть с перьями. Переходим на грудку. Воздушная петля. Провязываем под арку два столбика без накида под первую арку. Дальше 3 воздушные петли. Так, 3 воздушные петли. Что у нас там дальше-то было? В следующую арку переходим. И начиная отсюда у нас уже по 2 столбика. До пико и перед. И идем пико, только теперь вяжем по 2 столбика без накида, до пико и после пико. После тоже 2. Раз, 2. Это было первое пико. 3 воздушные петли, арка. Под следующую арку снова 2 столбика. Пико. 2 столбика. Арка. Так, давайте считать. 1, 2. 3 пико в этом ряду. Арка из 3 петель. И, наконец, под последнюю маленькую арочку из 2. 2 столбика без накида и воздушная петля. Вот тут тоже у нас будет интересно, ряд непростой. Вот в первую убавку мы провязываем для крылышка 2 обычных столбика с одним накидом. А после этого вот эту убавку рельефно и следующий столбик, так, и следующий столбик тоже мы убавляем. Последний столбик у нас прибавка, столбик, второй на нем. Так, с глазиком все просто. Сразу провязываем в первый столбик без накида, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, во второй столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и в третий столбик с одним накидом. Сразу переходим к бровям. Прибавка у нас здесь идет, конечно. Столбик. Второй за ним. Следите, чтобы нити ровно ложились. 2 обычных рельефных столбика идут. 1,
и 2. И заканчиваем мы с вами убавкой. Последние 2 убавляем. Все лицевые рельефные. Если какие-то другие, я говорю. Переходим к лобику. 3 воздушные петли. Прибавка. Второй столбик в прибавке за первым. И 3 рельефных лицевых столбика. 1, 2. Стараюсь медленно показывать. И 3. Заканчиваем соединительным столбиком этот прекрасный ряд. 7-й ряд. Здесь мы будем делать много прибавок в лобике. 2 петли подъема. Далее между столбиком подъема предыдущего ряда и следующим столбиком мы провязываем между столбик с одним накидом. Далее рельефный под рельефный. 2. И так дальше и двигаемся. 3. Между. Это я считаю вместе с подъемом, да? Нет, без подъема. То есть вот столбик подъема. Далее мы считаем 1, 2, 3, 4. Между 5. Рельефный 6. Между 7. Рельефный 8. Так, у нас голова разрослась. Далее 3 воздушные петли. Бровки начинаем с убавки. Убавляем. Убавляем вот так убавку предыдущего ряда. Провязываем накид. 2 столбик накид. И 2 вместе. Так, начали с убавки. И осталось у нас просто 3 рельефных столбика. Столбик в столбик провязываем. 1, 2, 3. Красота. Теперь обвязываем глазик. Вяжем столбик с одним накидом, столбик с одним накидом. Обычный. Под арку 3 обычных столбика с одним накидом. Под первую. Столбик в столбик. Тоже простой с одним накидом. Под арку 3. 1, 2, 3. И столбик в столбик. Так, глазик выделили. Теперь переходим к щеке. Вот в чем дело. Здесь надо в первый столбик рельефный провязать столбик с одним накидом. Вот так. Тут была прибавка в предыдущем ряду, провязали. Дальше мы провязываем следующий обычный столбик, только накид. Делаем накид, и следующая убавка была. Под убавку мы рельефно провязываем тоже только накид. И теперь 3 петли вместе. Такая интересная история в этом ряду. Далее воздушная петля. И помните, мы вязали 2 обычных столбика. Так вот, в первый из них мы провязываем 2 обычных столбика с одним накидом. А во второй мы рельефно провязываем прибавку.
второй столбик сверху. Такой сложный ряд. Теперь переходим к перышкам. Тоже очень внимательно смотрим. Здесь у нас будет 4 пико. В предыдущем ряду было 3. Провяжем 2 воздушные петли и варку из 3 петель. Вяжем перышки. Давайте провяжем. Встречаемся. Так, заканчиваем 2 воздушные петли. Теперь так, мне надо сообразить, как симметрично провязать другую сторону. Это очень важно. Так. Так, готово. Красота такая получается уже. Так, 2 воздушные петли мы закончили. Да. Да, все правильно. Еще раз я проверяю. Теперь крыло. Крыло мы начинаем с прибавочки. Второй столбик за столбиком. Далее во второй столбик мы провязываем 2 обычных воздушная петля, подхватываем убавку, только накид провязываем, следующий столбик только накид, обычный столбик вместе, это такая убавка, и наконец последний столбик мы просто обычный столбик провязываем с одним накидом. Ой, так, симметрии справились. Дальше мы вяжем очень просто столбик-столбик. Обычные столбики идут там, где глазки у нас. 3 столбика в первую варку. Обычный столбик, центральный столбик. 3 столбика во вторую варку. Может быть, я зря снимаю все целиком, но посмотрим. Так, и симметрично-то, я думаю, все разберутся, как связать. И наконец столбик-столбик, это зона глазика. Теперь бровка. Видите, как красиво рельефные дуги. Так, теперь вот здесь мы начинаем с рельефной прибавки. Прибавка за столбиком. Теперь бровки. Бровки мы вяжем сначала 3 рельефных столбика просто. Раз, два, три. И следующие 2 мы сокращаем. Только накид рельефный из-под одного, только рельефный накид из-под убавки и вместе. Получилось у нас 1, 2, 3, 4, да, в итоге столбика. 3 воздушные петли. И здесь мы тоже прибавляем с вами. Давайте считать до подъема рельефный столбик. Дальше между 2. Рельефный 3. Между 4. Рельефный 5, между 6, рельефный 7, между 8 и рельефный 9. По схеме надо мне проверить, там тоже 9. Да. Так, и соединяемся мы в
третью или вторую. Вторую воздушную петлю подъема. Чтобы привыкла всегда третью говорить. Все, красота. Дальше мы переходим на новый уровень. Нам нужно закончить с вами крылышки. Хотя чуть-чуть крылышко перейдет на ободок, и уж лапочки полностью перейдут на ободок. Поэтому мы с вами сейчас переходим на новый такой стиль. Мы будем с вами уже вязать и перестанете вязать еще изнаночными рельефными столбиками. То есть здесь вот так у нас пойдет игра такая красивая, чтобы подчеркнуть вот этот хохолок. В общем, пущей красотищи добавить. Квест для неслабонервных продолжается. А мы с вами делаем 2 воздушные петельки подъема. Нет, я лучше не так провяжу, там некрасиво получится, если так вязать. Вот нас интересует, знаете, вот этот столбик после столбика подъема, который был между. Мы под него вот так сзади изнаночно зайдем, вытянем петлю. Эти 2 петли вместе провяжем и добавим еще одну. Таким способом у нас получится такой изнаночный рельефный столбик в нужном месте. Дальше мы провяжем 2 воздушные петли арки, пропустим рельефный столбик и изнаночный рельефный будем вязать из тех, которые мы добавляли между. Такая история здесь. С одним накидом 2 воздушные петли, изнаночный из тех, которые между были. 2 воздушные петли, изнаночные из тех, которые между были. 2 воздушные петли. А вот тут-то нам надо лицевой подчеркнуть, поэтому последний в лобике будет лицевой рельефный столбик. Так, здесь мы с вами разобрались. Дальше 2 воздушные петли провязываем убавку, подхватываем убавку, провязываем накид, следующий столбик, накид и делаем убавку в этом ряду так, и остается 2 столбика у нас. 1 и 2. Лицевая петля. Теперь мы вяжем вот эти столбики обычные, все вокруг глаза, изнаночными рельефными с одним накидом. 1, 2, 3. Так, сейчас я их провяжу, посчитаю, скажу. Так, вот 10 я провязала, а 11 мы вяжем вот так сзади об убавочку из 2. Помните, у нас такая убавка была? Вот это 11. Так, вокруг глаза секция. 11. Дальше. Воздушная петля. И здесь уже крылышко. И здесь наоборот у нас лицевые рельефные будут после воздушной петли. 3. Столбик в столбик лицевых рельефных. И прибавка. Прибавка сверху, столбик идет второй. С перьями. С перьями у нас с вами в 8-м ряду. Такая история. Мы провязываем воздушную петлю в первую арочку, вяжем 2 столбика без накида. А дальше идем как обычно. 3 воздушные петли и пикошки. Так, давайте я провяжу пико, встречаемся.
провязав пико. Заканчиваем мы тем, что в последнюю арку провязываем 2 столбика без накида и 2 воздушные петли. Теперь мы вяжем прибавку. Прибавка у нас идет за 3 лицевых рельефных столбика, столбик в столбик. А, вот он, потеряла. Симметрия наша, все в этой сове. Так, воздушная петля, убавка в нее, мы начинаем вязать вот эти вот изнаночные рельефные. Сначала захватываем убавку, не перепутайте, двигаемся вдоль глаз. Наводим красоту сове. Оперение надо подчеркнуть. Прекрасный узор, хищный. Нужно подчеркнуть изнаночными рельефными столбиками. Так, провязали. Воздушная петля, бровки. Бровки начинаются у нас с 3 рельефов. 1, 2, 3. И убавка. Так, извините, немножко запуталась. 2, а не 3 столбика и убавка. Убавка сначала из столбика накид провязываем, потом из предыдущей убавки. Все, в конце у нас остается 3. И здесь у нас тоже 3, да, убавка, 2 столбика. Все правильно. Дальше 2 воздушные петли. Лицевой рельефный для лобика, первый столбик, далее 2 воздушные петли и изнаночные пошли, второй столбик изнаночный рельефный. Теперь идем через 1, 2 воздушные петли, 1 пропускаем, пропускаем 2 воздушные петли, пропускаем, так, и наконец воздушная петля и полустолбик во вторую петлю. Подъема. Вот она наша мордуленция. Сейчас просто не дневной свет, а у меня блестит лен. Чтобы покончить с совой до бортика. Правда, чуть-чуть она лапами и крылышком залезает на красивый бортик. А нам еще 3 ряда надо провязать. Итак, 9 ряд. Это 3 воздушные петли. Под арку мы идем. Считаем арочки. 1, 3 воздушные петли, 2 под арку. Так, сколько их всего должно быть? 1, 2, 3, 4, 5. Понятно. 3 воздушные петли, 4. И 3 воздушные петли. Но здесь не столбик без накида, а рельефный, вот который лоб подчеркивает. С одним накидом. Так, 5 арок провязали. Две воздушные.
Так, одна воздушная петля. Убавку убавляем. Провязываем из-под нее лицевыми накидами. Второй, 3 петли вместе. Убавка в этом ряду. И один рельефный столбик у нас остается. Осталось 2, как бы, по сути, столбика. Теперь 3 воздушные петли. Изнаночный, рельефный. Дальше вот здесь, под эти дела. Под первый вокруг глаз. Раз. 3 воздушные петли. Так идем. Пропуская по одному столбику. И давайте посчитаем, сколько таких арок должно быть вдоль глазок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Провязываю 7 и встречаю здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это вот 3 воздушные петли. И мы оказываемся у крыла. С крылом мы поступаем так. Вот оно. Мы провязываем сначала убавку. Потом 2 обычных столбика рельефных. И прибавку. Прибавка, второй столбик сверху. Второй столбик сверху. Теперь перышки. 2 воздушные петли. Под первую арку из 3 мы начинаем вязать перышки. Так, 4 пико у нас должно получиться. 1, 2, 3, 4. А не 3 в этом ряду. Заканчиваем 4 пико. 2 воздушные петли. Теперь у нас прибавка идет. Рельефная лицевая здесь за столбиком второй, далее 2 обычных, раз, два, а я тут пропустила, все, начинаю уставать, я просто сегодня переснимала это, не понравилось мне. Так, раз, два, 2 обычных, потом и убавка. Убавка. Теперь 3 воздушные петли и идем изнаночными вокруг глазок. Помните, да? У нас должно быть 7 арок. Раз, два, три. Вяжем арочки вокруг глаз. Изнаночными рельефами. Вязали 7 арок. Последняя арка. Теперь 1 лицевой рельефный столбик, бровка. И сокращаем под 1. Накид провязываем под убавку и сокращаем. Все приходит к 2 столбикам на самом деле, да? Так, дальше у нас 2 воздушные петли. Лицевой рельефный — это уже лобик. Лобик, 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 лобик. Так, все правильно? Да, и арочки. Дальше арочки. По 3 уже. Раз, два, три. В первую же арку нам необходимо провязать. Раз, два, три. Вторую. Раз, два, три. Третью. Раз, два, три. Четвертую. А вот здесь мы вяжем раз,
3, в первую арку провязываем столбик с одним накидом, чтобы оказаться в вершине арки для следующего ряда. 10-й ряд ждет нас. В 10-м ряду у нас будут арки из 4 петель воздушных. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Под арку. 1, 2, 3, 4. Этих арок должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И законцовка брови. Ой, да, брови и лобика. Посмотрите, они сходятся в суровом выражении совиного лица. Мы провязываем вот эту от лба лицевой накид рельефный. И убавку провязываем от бровки. Накид из-под убавки и накид из-под второго столбика. И все вместе. Все. Закольцевалось это местечко у нас. Теперь опять арки из 4 петель. Арок должно быть, мы идем до крыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 арок вяжем. Вот 8-я последняя арка. 4 воздушные петли, крыло. Мы провязываем 2 убавки из-под убавки накид из следующего столбика вместе. Дальше. Так, нет, вот одна убавочка. Теперь мы провяжем 2 столбика рельефных, каждый из столбика просто. И прибавку. Прибавка у нас сверху рельефный столбик. Так выглядит крылышко, чтобы оно вниз смотрело, соответственно, да? Так, идем дальше с вами. Воздушная петля. Так, вот здесь очень важно, мы под первую арку, вот эту маленькую, провязываем 2 столбика без накида. Такая у нас необычная здесь ситуация происходит. Дальше мы вяжем 3 воздушные петли. И уже как обычно идем. Здесь у нас пико. Давайте провяжем пико и встретимся. Здесь у нас получилось 3 пико, последнюю арочку прямо перед крылом, 2 столбика без накида и воздушная петля. Далее мы начинаем с прибавки. Крылышко второе, а прибавка снизу. Дальше 2 рельефных столбика и убавка из-под столбика, из-под предыдущей убавки убавляем. Так, теперь мы двигаемся. 1, 2, 3, 4. Мы идем арками. До бровки. Давайте довяжем. Довязали. Последняя арка. 1, 2, 3, 4. Убавляем из-под столбика, из-под убавки и из-под бровки. Провязываем вместе. Все замкнули. Подошли к крылышку и провяжем сначала 2 убавки рельефно из-под убавки, следующий столбик.
одна убавка, вторая убавка. И столбик. Далее перышки, воздушная петля, в арку из трех петель в арку мы вяжем 3 столбика без накида. Далее 4 воздушные петли, следующая арка, вяжем пико наши обычные с 2 столбиками. Тут 2 пико будет, раз, 4 и 2. Четыре воздушные петли. 3 столбика под следующую арку и воздушная петля. Так, симметрично заканчиваем крыло. Начинаем с 1 столбика и 2 убавки. 1. И вторая. Так. Теперь 4 воздушные петли и арочками идем до самого конца. Заканчиваем ряд столбиком без накида. Вот этот столбик. Вершинка предыдущей арки. Так, дорогие мои, ну вот она. Самая сложная с симметричными всеми этими историями, бровями, лобиками, крылышками, носиками закончилась наша история. Надеюсь, что у вас все получилось, если вы были внимательны. Конечно, пряжа, особенно лен, украсит эту сову. Особенно, если это будет панно у вас, а не салфеточка. Ну и обрамление дальше будет очень красивое. И все эти листочки прекрасные. Но уже гораздо проще. Ах ты носатенькая. А уже темно. Пойду монтировать для вас первую часть мастер-класса. Так что пишите комментарии. Оставляйте свое мнение, как вы будете вязать или нет эту прелестную совушку. А я вас целую, обнимаю. Увидимся в следующих мастер-классах. Надеюсь, все к Новому году свяжут со мной не только снежинки. Тоже для вас запланировала много такого декоративного. Но и эту непростую сову. Все, целую, обнимаю. Пока-пока. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и приобретайте самую лучшую пряжу только в магазине Интельмастер Стор.